22 июня 1941 года в 4 часа утра без объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Победа будет за нами. И встала страна огромная на священную битву за Родину, за родную землю, за честь своих прадедов, за будущее детей. Встали против коричневой чумы фашизма, человека ненавистничества и вражды. Не смеют крылья черные над Родиной летать, поля ее просторные не смеет враг топтать. Дадим отпор душителям всех пламенных идей, насильникам, грабителям, мучителям людей. Пусть ярость благородная вскипает, как волна. Идет война народная, священная война. Ценой огромных потерь в страшных боях и огне сражений отстаивал советский народ свою страну, священное право на жизнь и человеческое достоинство. В те дни каждый помысел, каждое слово и дело были направлены на борьбу с лютым врагом. Первым удар на себя принял, первым зашел на крест. Духом не сломлен, он насмерть стоял славный, бесстрашный Брест. В первый день войны мощным бастионом встала на пути врага Брестская крепость. Фашисты рассчитывали захватить ее за несколько часов, но защитники крепости остановили их почти на месяц. Под мощными ударами авиации, огнем артиллерии, наступлением танков и пехоты сражался немногочисленный гарнизон крепости. Бойцы погибали, пряча на груди знамя полка, и ни одно из них не попало в руки врага. Кончались боеприпасы, не было еды, каждый глоток воды из реки стоил жизни. На защиту крепости встали и женщины, и дети. Сегодня нам не перечислить все имена павших героев, но бесстрашный 12-летний музыкант-трубач Петя Котельников и его друзья Петя Клыпа и Коля Новиков заставит фашистов сказать: мы никогда не победим русских, потому что их дети сражаются как герои. В память о немеркнущем подвиге 8 мая 1965 года Брестской крепости было присвоено почетное звание «Крепость-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». И вот опять история страницы в дыму сражений подмосковных битв. Тремя путями враг к Москве стремится, путем единым будет он отбит. Вся Родина встала за слоном, нам биться с врагом до конца, ведь поезд твоей обороны идет через наши сердца. Москва, до последних патронов, до дольки последней свинца, мы в битвах, твоя оборона идет через наши сердца. Руководил обороной Москвы командующий Западным фронтом генерал армии Георгий Константинович Жуков. Неувидаемой славой подвига запечатлены имена героев битвы за Москву. Герои Советского Союза летчика Талалихина, генерал-майора Даватера, генерала Панфилова. На его дивизию обрушилось 5 дивизий врага. Пал смертью храбрый генерал, но встали его воины, 28 панфиловцев. И услышит русская земля слова: «Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва». Дубосеково, Крюково, Можайск, Нарфаминск, Волоколамск. По планам гитлеровского командования операции «Тайфун» предусматривало замкнуть кольцо вокруг Москвы на территории города Ногинска. 600 тысяч жителей, женщин и подростков построили вокруг Москвы 400 километров противотанковых рвов, заграждений, дотов и дзотов. Не взять, не окружить Москву Гитлеру не удалось.
выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый героизм и мужество. 8 мая 1965 года городу Москве было присвоено почетное звание «Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Я говорю с тобой под свист снарядов, угрюмым заревом озарена. Я говорю с тобой из Ленинграда, страна моя, печальная страна. Над Ленинградом смертная угроза, бессонной ночи, тяжек день любой. Но мы забыли, что такое слезы, что называлось страхом и мольбой. Мы будем драться с беззаветной силой, мы одолеем бешеных зверей, мы победим. Клянусь тебе, Россия, от имени российских матерей. В июле 41 года гитлеровские войска взяли город Ленинград в блокадное кольцо. В городе начался голод. С суши, с моря, с воздуха шли постоянные обстрелы. 900 дней и ночей находился город в осаде. Сотни тысяч мирных граждан стали жертвами беспрецедентной жестокости фашистов. И только одна дорога через Ладожское озеро, дорога жизни, связывала Ленинград с большой землей. Все выдержали, выстояли ленинградцы. И по сей день гордо сияют над Невой огни великого города. За героизм и мужество в годы Великой Отечественной войны 1 мая 1945 года Ленинграду было присвоено звание города-героя с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». На город Сталинград было сброшено огромное количество бомб и снарядов. После сражения на Мамаевом кургане ни одна былинка, ни один цветок не дали всходов в течение 2 лет. В городе над Волгой люди стояли как скалы. Чтит и помнит новое поколение дом сержанта Павлова. В течение 2 месяцев героическую оборону дома держала горстка мужественных бойцов. Эта небольшая группа защитников уничтожила столько гитлеровцев, сколько они не потеряли при взятии Парижа. За героизм и мужество 1 мая 1945 года Сталинграду присвоено звание города-героя. А в ознаменовании 20-летия Победы 8 мая 1965 года городу-герою были вручены орден Ленина и медаль «Золотая звезда». Мы помним день, когда земля и небо сошлись в едином зареве огня. В тот день, решая нам судьбу планеты, зашла над тьмою Курская дуга. Земля вставала дыбом от разрывов. Рев танков заглушал снарядов бой. Сквозь сталь и мрак безжалостно открыто вели мы правый, беспощадный бой. За нами было поле Куликов, Бородино. Мы бились под Москвой, мы утверждали жизнь, ее основу под Прохоровкой, как закон святой. 50 отборных немецких дивизий вступили в сражение. Битва под Курском длилась 50 дней. Полный разгром врага определил дальнейший ход войны. Немцы покатились вспять до самого Берлина. За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, указом президента Российской Федерации городу Курску присвоено почетное звание города воинской славы. На протяжении веков Севастополь был мощным, надежным форпостом Черноморского побережья России. Крым. Оборона Севастополя длилась 250 дней и вошла в историю как пример несгибаемой стойкости наших людей и беззаветной преданности Родине. Герой Севастополь, морская твердыня, ты Родине службу, как прежде, несешь.
и каждое имя сраженного сына в матросской горячей душе бережешь. Ушли мы в бессмертие, чтоб песни звучали, чтоб город-герой горделиво стоял, чтоб дети смеялись и внуки рождались, и землю не жег смертоносный металл. Отважно сражалась морская пехота, чтоб матери больше не слепли от слез. И нет среди нас безымянных героев. Нам звание дано «Черноморский матрос». 1 мая 1945 года Севастополю присвоено звание города-героя. А в 2015 году Россия торжественно праздновала годовщину возвращения города-героя Севастополя в родную гавань. Битва света и тьмы, битва правды и лжи бушевала на нашей планете. Как один человек встал великий народ, и никто не смолчал в стороне. Наша горечь и боль, и отвага в бою были собраны в сердце одном, чтобы смерть и огонь через холод и зной ждали нас на пороге родном. Не считали мы дней, не жалели мы сил, хлеб делили на всех перед Богом. И как птицы из мглы, Богородицы плат освещал нашу землю покровом. Нам сияла звезда, нас надежда вела, поднимая священное знамя. Как молитву твердили святые слова, знаем мы, что победа за нами. Святая земля Богородицы, не было в русской стране дома, где бы не хранили ее образ. В добрые времена в избе в красном углу, в дни лютой войны на груди солдата рядом с письмами матери. Велика, необъятна Россия! В срединных землях чтили русские люди Владимирский образ Божьей Матери. На юге обращались с молитвой Курской Кириной, Смоленскую украшали к празднику на западе. Заступницей русской земли, защитницей от врага называли казанский образ Пречистой Богородицы. В дни Великой Отечественной войны, несмотря на чудовищные сражения, пожарища и бомбежки, начала она свое особое священное шествие по России. В 1941 году с чудотворным образом в руках обошли крестным ходом ленинградцы свой город. Почти 3 года в блокаде, но немец так и не ступил на легендарную землю. Москва, Сталинград, Кёнигсберг. На полях сражений перед иконой служили молебны, облетали с нею на самолете города. Вера, надежда, любовь дарили защитникам Отечества силы, вселяли в их сердца мужество, вели героев к великой победе советского народа в Великой Отечественной войне. И стоят сегодня в каждом городе, в каждом селе России памятники и обелиски в честь павших защитников страны. С величайшим почтением и благодарностью произносят новые поколения россиян их имена. Встают по всем городам России внуки и правнуки победителей, торжественно поднимая в руках облики героев бессмертного полка. Всего на фронт из Богородского края ушло около 37 тысяч жителей. Высшие награды, звания Героя Советского Союза были удостоены наши 32 земляка. Дорогие наши ветераны, сегодня с бесконечной любовью мы кланяемся до земли вам, тем, кто встречает с нами великий день 70-летия Победы. Страшные войны во имя Отечества выиграли, во имя детей выстояли, во имя истины выстрадали. Ваши имена, ваши сердца навсегда вписаны в золотую книгу памяти народной. Вся победа полыхнула огнем. Всех событий вестник непременно.
нельзя окончали, все равно солдат и генерал. Вот она, высокая минута, музыка, букеты свежих роз и в огнях победного салюта искорки людских счастливых слез. На границе души поле бура, край суровый, тишина и обряд. Но у высоких берегов Амура часовые родины стоят. Но у высоких берегов Амура часовые родины стоят. Там живут и без таком порука, неуживой дружной землей. При танкистах и весел друга, экипаж машины боевой. При танкистах и весел друга, экипаж машины боевой. Перелетные птицы, только бы наш одним не корот. На земле не успели жениться, а на небе жены не найдешь. Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты. Ну а девушки потом. Первым делом самолеты. Ну а девушки потом. Чтоб с тобою в пути не встречаться, вспоминая про ласковый взгляд. Мы решили, друзья, не влюбляться даже в самых красивых девчат. Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Доносного завершения великой чести. Столицы и гор, на подвиг отчизна зовет. Мы вышли в открытое море, суровый дальний поход. А волны стонут и плачут, и бьются в борт корабля. Растая в далеком тумане рыбачу, родимая наша земля. Растая в далеком тумане рыбачу, родимая наша земля. Любовь к земле родимой, но смерть и бой идем за честь родной страны. Пылают города, охваченные дымом, горит цвет леса, суровый бог. Войны артиллеристы, Сталин дал приказ. Артиллеристы, зовет очиста нас. Из многих тысяч батарей за слезы наши надеи, за нашу родину огонь, огонь. Из многих тысяч батарей за слезы наших надеи, за нашу родину огонь, огонь. Через реки, горы и долины, сквозь бурку огонь и черный дым. Мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам фронтовым. Эх, дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая. А помирать нам рановато, есть у нас еще дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дела.
еще дома тела. Для нас Берлин, между прочим, был друзья нелегок и не стой. Шли мы дни и ночи, было трудно очень, но бараку не бросал шофер. Путь дорожка грантовая, не страшна нам бабежка любая, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа установить 9 мая днем всенародного торжества, праздником Победы. С боя взяли мы орел, город весь прошли, и последние улицы название прошли. А название такое, право слово боевое, Брянская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога.
звучала надежда да страстно, и всех объявила весна. Весна 45-го года, как долго Дунай тебя ждал. Вальс русский на площади верно спасенных, солдат на гармонии играл. Советский народ и его воины выступали в освободительной борьбе против фашизма. Дорогие друзья, с 70-летием великой победы советского народа в Великой Отечественной войне!